Всем привет, друзья мои! Вот и я, Светлана, та. Ко мне сегодня придут гости, будем встречаться с Ашкиным. Погода сегодня замечательная, 12 градусов, тепло. Я тоже сегодня после урагана, который у нас был, цветы попадали и все в земле было, перемыла я. Босиком стояла, в тапочках мыла. И цветочки поперемыла, и все сделала так приятно. Сейчас иду встречать гостей, чтобы они не заблудились у меня. Вон мой Ашкин бежит тоже. Видите? Как бежит за мной. Он ходил по делам. И пришел. А я говорю, я иду встречать. Вот он бежит за мной. Посмотрите, какое хачапури у меня вышло. Тесто обалденное, друзья мои. Посмотрите, какое толстое поднимается. Хотя тоненькие были. Но тесто. Ух. Пах! Вот так кормлю гостей своих. Куда мы пришли с друзьями? Соли Помпелиус. Экскурсия у нас. Такая погода, как не использовать шанс погулять в такой хорошей погоде. Друзья мои, у меня такие чудеса сегодня происходят. И я потом с вами поделюсь. Мы сейчас вышли с нашими гостями на набережную. Идем гулять. Хочу снять вам нашу красоту. Так мало людей, но так тепло уже мне даже в курточке моей стало жарковато. Мерсин, солнышко пришло, и Светлана запела. С Катюшей гуляем, так хорошо. У каждого есть свои проблемы, но когда ты выходишь на набережную, они все рассеиваются. Смотришь на них уже сквозь пальцы. Так что выходите гулять, не обязательно возле моря. Просто выйдите погулять на солнышко. Дорогие, я попала на базар. Сейчас посмотрю, что мне понравится. Без Ашкима уже. Прогуляюсь по базару, посмотрю, что тут можно купить. Друзья мои, в Турции все подорожало. Когда раньше пучок зелени стоил 1 лиру, сейчас стоит 3. Вот, я купила мяту, сходила на базар, сейчас одна, после моей прогулки. Я решила зайти и что душа желает купить. И еще вот это вот 4 пучка, 12 лир. Они говорят, что это большие пучки. Ладно, бог с ним. Это 10 лир килограмм. Я не знаю, сколько она стоит, капуста. Купила я, решила взять килограмм вот таких грибов. Вишенки, да, они называются? Вишенки. Мой муж говорит, о, очень хорошо. А вот это вот чистая мару, они по 8 лир. И мне так советовали, говорит, такое вы не найдете. У нас самое чистое. Ну вот она у меня в уксусном растворе уже лежит. Посмотрите, какая красивая. 6 лир килограмм моркови. Хотя там было и по 3. 6 лир вот стоит редиска килограмм. И что я купила? Купила сегодня себе клубнику. Я сегодня себя порадовала. День влюбленных. Давно я не покупала. Такая она вкусная. Я ее попробовала. Посмотрите, и плохая тоже. Ух, какие. И хорошее, и плохое. 10 лир килограмм. Так, что я еще купила? Я еще купила огурчики. 8 лир килограмм. И купила цветочки Ашкиму. Он так обрадовался. Поздравила его с Днем влюбленных. Он сказал, что такого Дня влюбленного у него еще никогда не было. Потому что ни о чем ему думать сегодня не надо. А я готовлю ему завтрак. Ашким, кутлуром Севгили Гюнусани. Я готовлю. Ты счастливый, что я тебе цветы подарила?
Да. Не дайте чек сыне. Ну да. А ну давай покажи. Слушайте, я икрой подавила. Такой счастливый мой. Вы знаете, что с ним происходит сегодня? От меня не отходит. Нейродрево сексуальности, супер. Смотрите, что я... Ну, Ашкин. Ну, сорачи, да. Откроется, да. Ладно, сейчас я вам покажу, что у меня сегодня на завтрак. Посмотрите. Икра. Вот так вот я делаю, почистила. Скорлупа. Видите, как я питаюсь? Сидим, хохочем со Шкимом. Аж подавилась, видите? Смешит меня, такие планы строим на сегодня. Друзья мои, чудеса, сюрпризы от Вселенной. Пошли мы со Шкимом гулять. Всем привет, друзья мои, вы соскучились по мне? День Валентина, поздравляю, вы уже посмотрите это видео, наверное, очень неделю после. Мы пришли на День Валентина в форум. Я хочу что-то себе купить, и я Шкиму тоже поздравить. А Шкиму меня поздравил, я его поздравлю. В общем, больше нигде нет, не празднуют Валентина, только здесь все будет красиво. Покажу вам. Я на штурмах, я на штурмах. Фотографируется здесь, как красиво, правда? Ашки. Эфенди. Сейчас меня сфотографирует Ашки. А я нахожусь сейчас в раздевалке, померила 4 пары брюк, и мне не понравилось. Мои намного лучше сидят, чем те фасоны. Находимся в Мави. Друзья мои, наконец-то я сделала выбор. Купила вот такую блузку и вот такой новый фасон, белые джинсы. Марка Эпикюль, очень хорошая. Мои дорогие, это пальто мое такой марки. Новый сезон, а эти мне не понравились. В общем, я довольна, я Валентину дался. Посмотрите, как красиво. Таша в форуме, сердечки, Ашки мой любимый. Красиво, да, девочки, мальчики? Идем мы, короче, сделала себе подарочки. Светлана молодец. Ашки мне Гюзель. Новая, не модель, новая модель. Короче, фирмы такие, бренды, которые нам неизвестны еще. О, видите, как красиво. Идем гулять мы еще. Так, это что за марка? Экол. Врангель. Скидки везде. Такой дорогой магазин. Здесь Adidas. Adidas. А якобы 2200-300 лир стоит новый фасон. Ну знаете что, и майка, они немного. Ашку. А якобы и кибин. Будьте шорт и бешус. Ашки мало час. Да, вот такой вот у нас Adidas. 2000 с чем-то. Новая модель. Обалдеть. Ну, друзья мои, мы сейчас уже возвращаемся. Идем дальше. Ой, как кофе пахнет. Здесь кафе, кафетерии. Смотрите, как все светится. Красота, красота. Ашкин, борода Найки. Здесь Найки, видите? Ой, как красиво сегодня. Вот здесь чувствуется праздник, действительно. Праздник чувствуется здесь, друзья мои.
Ты такая счастливая, девочки, мальчики. Сейчас хочу купить подводку для глаз. Идем в магазин. Watsons, Watsons. Все столы зарезервированы. Малия Бахана görmesin diyor. İşlere bak. Хумус. Вот я, мой любимый. Надо дома тоже приготовить, очень вкусно. И в дедаляде мне помог. Обожаю его. Ждем сейчас, когда нам принесут. Ну, наверное, не скоро. После шопинга мой муж меня пригласил в такой вот ресторан семейный. Здесь детки сидят кругом. Очень хороший ресторан. Мы здесь раньше были. Вот такой вот у нас вкусная еда. Мы сейчас будем ужинать. Прошлись мы вдоль набережной в кафе. Все сидят, празднуют, молодежь, так весело. Ну, а мы, старички, пойдем домой. Романтический вечер ждет меня и Ашкыма. Очень хороший день сегодня. Ну, такой для пенсионеров. Так что вот, друзья мои, мы наелись. Вечером винца попьем с Ашкемом, как вернемся. Ну, а вы как провели? Пишите. День влюбленных. А дома моего мужа ждал такой сюрприз от меня. Но что вы думаете? Я выпила пол рюмочки и заснула, так как с утра у меня было очень много шагов пройдено. Поздравляю вас всех с Днем влюбленных. Цените и любите друг друга, мои дорогие. Вы слышите, захожу в спальню, а тут такой у меня салют. Какая красота! Ставьте лайки, подпишись на мой канал, нажми на колокольчик и на все уведомления.